настоящий герой в этом эпизоде. Наносит удар игрок. Мяч не пошел дальше, удар заблокирован. Дэвид Бекхэм. Совсем не точным удар получился. Да, но все-таки ударить так, как хотел, у него не получилось. Прочитал соперник эту передачу Неймар. Мауро Икарди. Получается у Мауро Икарди отправить мяч в сетку. Повторяет нам голевую атаку. Очень много передач в ней было. Такая тики-така в исполнении этих ребят. И Мауро Икарди сыграл уверенно, отправив мяч в сетку ворот. Сказать, что тренер недоволен, ничего не сказать. Команда его горит, горит синим пламенем.